Кузьмича, который имитировал строительство дома и присвоил 21 миллион рублей, будут судить. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в прокуратуре. Бывшего председателя жилищно-строительного кооператива «Уют» обвиняют в мошенничестве в отношении пайщиков. Они заплатили деньги, но так и не получили квартиры. Многоэтажки должны были возвести на 2-й трамвайной и 5-й Марьяновской. По данным полиции, в 2015 году обвиняемый заключил паевые соглашения, хотя знал, что строительство невозможно. Никаких документов на работу не было. Однако мечи доверились. Для убедительности председатель сам инициировал работы по расчистке участка, подготовке котлована, даже забивке свай. В счет оплаты брал от пайщиков и автомобили. Продавал их, но вырученные деньги в кассу ЖСК не вносил. Средства тратил по личному усмотрению. Общая сумма ущерба более 21 миллиона рублей. Вину в совершении преступления бывший председатель не признал. По инициативе прокуратуры и следственных органов суд наложил арест на имущество ЖСК. Это свободные 30 квартир построенного дома, кадастровой стоимостью более 49 миллионов рублей, а также 3 транспортных средства стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу.